Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле сожалеют о решении США относительно Гавань. Передают РИА Новости. Песков заявил, что в Кремле сожалеют о решении США признать израильский суверенитет над Гаванами. Это будет иметь однозначно негативные последствия. Он также добавил, что этот вопрос будет обсуждаться во время встречи президентов России Ливана Владимира Путина и Мишеля Ауна. Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты необходимо признать Голанские высоты частью Израиля, которую Сирия считает своей территорией. При этом Европейский Союз не признает Голанские высоты частью Израиля, несмотря на заявление Трампа. Представитель дипломатической службы Европейского Союза Майя Касьянчич заявила, что Израиль оккупировал Голанские высоты в июле 1967 года и в соответствии с международным правом не рассматривает их как часть израильской территории. Голанские высоты это часть территории Сирии, которую Израиль оккупировал в 1967 году в ходе шестидневной войны. В 1981 году парламент Израиля принял решение об аннексии Голанских высот. Однако во всем мире этого так никто и не признал.